Всем привет! Сегодня я расскажу вам о своем новом помощнике. Это размягчитель для кутикулы Салу, производство Германия. Покупала я его на сайте Наоми, ссылочку оставлю ниже в описании. У меня маленькая бутылочка 50 мл, есть еще 250. Я взяла пока маленькую попробовать. Крышечка очень удобная. Сейчас покажу. Есть такая пипеточка, с помощью которой удобно наносить ремувер на кутикулу. А как он работает, я вам сейчас покажу на примере. Поднимаем немножко пушером кутикулу, капаем буквально каплю. Он тут же начинает работать. Как бы превращает весь птериги в такую кашицу. Все чистенько вычищается, что очень облегчает потом работу. С ним работать можно даже без размачивания. Потом обязательно нужно смыть водичкой. Потому что если не смыть, он будет продолжать работать. Ну вот, тут уже все чистенько. Осталось только срезать кутикулу. В общем, что могу сказать о данном продукте? Штучка очень хорошая. Очень облегчает работу мастера. Я также активно использую этот размягчитель для работы с ножками. Убирает отлично также мозоли и натоптыши. Рекомендую, еще раз рекомендую. Где заказать, смотрите ниже в описании. Сайт Наоми. Всем пока!